10, это ладно, урок говоришь. В школе пропустила. В школе? Нет. Да. У нас же были уроки трудов, и обрисовала, и пришивать, учили, и вязать. Это... Я это пропустила, прогуляла. Вязать я не умею. Ciao ragazzi, ci troviamo a Omsk, siamo la vedete proprio nel periodo della festa della città. Questo è Pavel che ci ospita e sua moglie ci ha preparato questi buonissimi alladushki. Io знаю по итальянски три слова. Come sei bella. Oh. А у нас когда-то на улице выдавали Kinder Bueno. Да. Вкусную штучку. И давали буклет, типа нужно было сказать несколько фраз по итальянски, тебе выдавали шоколадку. Я быстро выучил эту фразу. Questa è Olga. Salut. E ci prepara la cascia. 4 злака. Cascia ai 4 cereali. Non so se si... Eccola qua, si vede. Вчера мы ели борщ. Ieri abbiamo mangiato il borscht, che è una zuppa con la bietola rossa. Siamo stati a lungo di fiume. Lungo fiume. Fiume che si chiama Irtysh. A sera c'è molto luce. Un buon paesaggio. Un bel paesaggio, sì. Актер театра. Да. Моя жена Ольга Краскова, она же режиссер и автор пьес, создала сама театр. Нас взяла с киношколы, актерский курс полностью дальше сама выращивала. Карта русского метро самая простая карта, ее легче всех запомнить. То есть, если в Москве это кольцо, ветки, пересекающиеся, это в Омске. Вот такой карта Омска, вот такая точечка красная с буквой М. Это она. У нас только переход, и здесь должна была быть станция, но ее нет и не будет. И какое-то время назад здесь, внутри перехода, включали звук поездов. Просто из динамиков шел звук входящего метро. Чтобы амичи привыкали, ну не знаю. Мы не привыкли, потому что метро нету, а звук потом убрали. Красивая винтовая лестница, я как-то снимался вот там в этом фильме, и эту лестницу использовали для съемок. А экскурсий там нет? Экскурсий там нет, но сейчас там с некоторых пор находится МЧС, то есть там сейчас тоже находятся, по сути, пожарные, которые, ну, конечно, там не находится пожарная команда, там находятся те, кто занимается ведением бумажных дел министерства, другого офисного. Он здесь, по сути, нет свой крест. О чем и говорит этот памятник, этот изображающий. Пушка в свекрыных печи, словно кобели на цепи. Ай, ну-ка, да ну-ка, ну, словно кобели на цепи.